Хоровод вокруг елочки, веселые конкурсы и герои мультфильма – все это часть праздничного мероприятия, которое во вторник провели для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Мне позвонили папе, и папа мне сказал, что сегодня елка будет. Ну, вчера позвонили, сказали, что сегодня елка будет. Я вот пришел. Кристина, Снежинка и Малина. Кто вам придумал такие образы? Мама. Долго готовили? Да. Мама зашивала ей снежинки, сзади снежинка, тут снежинка и свитерочек. А у меня рукава и платьишко. И туфельки. Понравился мне, он такой интересный, прикольный. Ну и Дед Мороз, мы рассказывали ему стихи и получали подарки. Новый год – это время волшебства, и каждому хочется получить хотя бы маленькую его частичку. Поэтому отделением социальной помощи семье и детям такие мероприятия при поддержке местных предпринимателей проводятся ежегодно. Дети могут повеселиться, получить сладкие подарки и вкусно покушать. Очень все замечательно. Был такой концерт. Дед Мороз приходил. Вот. Как бы еще почаще бы такие были праздники. Будем стараться посещать их всегда. Спасибо всем предпринимателям нашего города, которые приняли участие в этой акции и принесли нам подарочки свои. И хочу их поблагодарить и пожелать им больших успехов в их работе, в предпринимательской их деятельности, чтобы у них было больше таких возможностей оказывать нам благотворительную помощь. Всего в отделении социальной помощи семье и детям около 400 детей, которые также ждут подарки. Поэтому акция «Новогодний подарок каждому ребенку» продолжается. Принести презенты можно в отделении социальной помощи семье и детям по адресу Дзержинского, 30. Подробности по телефону 5-32-64. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».